Всем привет! Мы в Ош... Привет, говорю. Всем привет! Так, нет-нет, мы нам поликлинику. Вася, беги. Там уже Настя... Мы что-то так долго ехали. Ага. Настя, показали, как... Потом. Вася торопится к Насте. А мы, у нас время еще есть, пойдем в аптеку, лекарства возьмем. Пойдет Софийке понянчиться, Настя уже выехала, ей на урок. А мы в аптеку получим инсулин и в поликлинику. Поликлиника, вон там, вон видать она. Настя в центре живут, вот ее дом. И тут в центре инсулин мой, все рядышком. Папа побежал, да, побежал папа. Софийке подобрали мы лекарства. И сейчас пойдем обратно. Ну, тут с той стороны пойдем. Пойдем с той стороны? Хотела сказать очень много вопросов по поводу Алины. Ну, вы же все помните, как она отреагировала на то, что мы с Настей упоминали там ее имя в видео. Она не хочет, чтобы мы, дочь, чтобы мы что-то говорили про нее. Помните, она же сказала, если я захочу, я сама все расскажу. Назначили анализы. Какие картины красивые тут писают. Мы ждем заведующего, чтобы подписать. Чего так близко смотришь? Мелко написано. Мелко написано? Получали. Держи за пакетик, доченька. Знаете, не верится, что декабрь месяц. Теплынь какая. Красотень, скажи. Надо будет мне, наверное, сегодня-завтра. Ну, хороший такой комментарий написали. Сравнить. В общем, Красноярский край, вот где сколько знаем, и Краснодарский край по обслуживанию. Школы, садики, больницы. Надо будет мне снять это видео. Так, мы идем к доктору Дукину. Нам назначили сдать на гормоны. А это делается только платно у доктора Дукина. И еще один какой-то... У нас в Ладожской тоже надо вставать на очередь, чтобы его сдать. Ну, а потом она сказала, когда все анализы будут готовы, повторно прийти. Вот. Ну, она сказала это так, потому что пропорционально она развивается. Просто вот, ну, не в кого быть ей большой. Не в кого. И сказала, на учет, конечно, поставить, но... В Красноярске было два раза приходить, а тут один раз. Она сказала, будете приходить один раз в год, будем смотреть. Ну, получается, с января месяца по сегодняшний день дома выросла на 6 сантиметров. Она говорит, при норме в 4 сантиметра это очень хорошо. Вот, поэтому, ну, анализы сдадим, потом будем смотреть. Сюда гнали. Этот анализ берется только натощак. И у нас в Ладожской есть, мы уже говорили, тоже доктор Дукин. Они там все анализы берут. Ну и процедурные делают всевозможные уколы и все такое. Ой, что-то я... Надо было, наверное, мне записаться к эндокринологу. Ладно, потом по телефону уже вышло, неудобно. Так, что, пошли? Пошли в аптеку. Доктор прописала нам супрастин. Сказала, пейте супрастин. Пошли супрастин покупать. Йодомарин, супрастин и продолжать витамин D пить. Ну, мы его так и пьем, не прекращая. Она сказала, сейчас единственное, начнете все это принимать. Витамин D давайте одну каплю вместо двух. Деда, нянька. Да. Уже пришел. Эту на боюшку поставить. Да ладно. Вот, идите. О, морковка. Какой тебе морковка? На сердце похоже. Морковка говорит. Так, мы пошли нашу мелочь кормить. А?
Я хочу есть! Хочу есть! Пойдем, сходим. Узнаем, пустят сегодня нас или нет. Так, мы, наверное, не успеем. Давай подождем, это, потом, когда нормально зеленый загорится. Давай выйдем. Да нормально. Пончик себе еще заказала. Давай, это голубец только и печень. Это мне, как всегда, капуста. Мы все дела уже сделали. Сейчас зайдем колеса, не колеса, а резину купим, потому что ну нету дисков. И уже домой поедем. Поедем домой, потому что Женя там ждет. У нее сегодня экзамен. А сколько? В 2. В 2:15 уже надо быть там. Нарядить ее надо еще. Вот. Поэтому сейчас... Ну, мы все сделали. К врачу сходили, инсулин получили. С Сонечкой понянчились. Сейчас резину купим и все на этом. Не нашли пока резину. Вася где-то на другом адресе поедем смотреть. Ой, на улице. Я думаю, одела так тепло. Куртку еще зимнюю одела, еще футболка и кофта. Ей прям жарко, бедная. Ну, утром было вообще прохладненько. Не знаешь, как одеваться. Ага, халатик делала. Делала уже? Да, ну все так получилось. Я думаю, вот, мам. Он должен был быть где-то не так. А у меня тоже карманные деньги. Кстати, мам, сегодня карманные деньги. Ладно, дам чуть попозже. А я твои карманные деньги куплю, что ли? Прячься. Ага. Ты можешь тебе еще одну... Вот нам врач прописала. Вот такие, вот такие. Там купила. Это только вон. Мама, почему Томми тоже? Ну, потому что, ну, потому что, наверное, вон у вас дети, допейте хотя бы вот этот комплевит, и я вам куплю новые. Вы вообще не пьете. Мы пьете? Так. Я тоже. Мама, знаешь, я такая. Мы едем, я вот открываю, папа напугал. Мам, камеру переверни. Ну все, собрались, идите. Пойдем. Я сам... Сейчас мама карманы деньги даст. Зачем? Я дам пятницу. Попозже, да, идите. Женя, давай, а то мне тебе еще заплетать. Не это. Так, дорогие мои, заехали мы, сделали прививку. На самом деле это не так страшно, я больше переживала. Я когда переживаю, у меня, знаете... Ноги, руки прям вот так вот мерзнут и вот прям аж колит вот так вот. Я помню, каждый раз, когда мне, ну, мне много операций делали, перед тем, как вот на операцию идти, боже, вот у меня то же самое ощущение было. Понимаете, я до такой степени себя накручиваю, так сильно переживаю, но Вася вроде как ничего. Знаете, от волнения, ничего там такого нет, но от волнения прям аж тошнота поднимается вот это вот. Но это, я думаю, не из-за того, что как бы ставишь прививку, а из-за того, что вот ты сам себя накручиваешь. Вот. И вот небольшое головокружение, даже не то, что вот головокружение, а просто то, что ты сам себя накручиваешь. И у тебя вот это вот появляется. Ну так ничего. Место укола, конечно, болит, а так ничего, все нормально. Так. Надо было сегодня на собрание идти, но я написала, что мы не можем пойти. На какой? К Жене, Саше. Написала, что прививку ставим. Кому ты это делаешь, чтобы ты будешь? Всем. Всем? Осталось. Ну, как называется? Никак. Надо было вот таких сделать, это, несколько штучек и все. Сама, Дарина сама отварила морковь, яйца, все сама сделала, да? Молодец. Снимала на видео хоть? Ну, ты вообще умница. Купил Вася только резину. Потом поедет менять. Так, все. Все готово. Ну, молодец. Надо еще такую перчинку и такой листочек. Вот у меня дочь уже подросла. Уже сама рецептики находит и делает. Вкуснота, наверное. Но мы еще не пробовали. Еще минут 10. И Женечка поедет. Надо мне умыться. Доча, что ты сначала... Беда, беда, огорчение.
сегодня у нее зачет, или как он там называется. Прическу ей сделала. Ой, узис какой. Смеются, кричат. А вы знаете, меня прям что-то это... Мне холодно. Не то, что меня морозит, прям ноги морозят. Я уже печку прям побольше включила. Играет. Женя сходила, сдала, не знаю, что у них там, экзамен какой-то, на пятерку сдала. Этюд играла там вообще на несколько секунд. Круто, круто. Мои помощницы сходили в магазин. Что случилось? Они покупали очень много. Ну, дети, больше Дарина с вами не пойдет. Вот это вообще не надо было, мне кажется, покупать. Ладно. Это купила я, потому что единственное, что папа и я не купили. Это Женька с Томкой. Это не я. Это ты, Оля. Я же говорю, я знаю про сыр. Колбаса. Все. Чего вот эти не когда поспели запихать? Когда я а ты же на глаз решила? Могли одну купить, им две. Мы еле-еле нашли вот эти белые с бананом, блин, но мы не хотели. С бананом не покупали? Да. С бананом не надо, то никто не ест. Ничего не ели, они там стояли, видно было. Даринины бутербродик уже все съели, это уже поели. А это что, шуточка? А? Это все. Так, больше не ходите никуда, уже да, совсем темно и холодно, да. Сделайте урок. У нас только 3 урока было сегодня. Хорошо. Все, молодцы, помощницы мои. А у меня в носу шквербит. У меня морозит. Я чихаю. Ага. Все, мойте руки, раздевайтесь. Вот только пришел помогать. Да. Продукты. Ты пришел? А где Котя? А Котя где-то гуляет. А Котя спит. Где спит? Котя спит. Он, мам, можно Котю домой занести с домиком? С домиком не надо, а так можно. Ну, что он там делает? Ты там цветы свои проверяешь, что ли? А что ты там садил? Кто? Погибли. Погибли? Ну, а что именно? Виноград? Нет. Лимон. Лимон. Женечка, а где твой под ноги стульчик? Мама, можно мне папа сделать ножку хоть сегодня? А что, я же тебе специально купила, он стоит почти 5000. А ты же сказала, что и этот тоже будут, да? Нет, вот это специальная банкетка играть, чтобы... Только под ноги подставляй. Ну, сыграешь, что ты сегодня сдавала? Десина этюд, красив это, журавель. Красиво, молодец. Еще вот это.
Сейчас я тебе под ноги принесу. Специально у нас есть ступенька. Еще не совсем убирали тут. Перед сном до конца все приберем. Девчонки, потому что еще будут чай пить. Даринин салатом доедаем. Это свет потушу. Забирает везде грязь у вас. Ну не грязь, а это. Молодец. Да, просила. Женька пришла, начал беспорядок быть. Просили показать поближе фотографии. Девчонки сами выбирали. Чего попало, понавыбирали. Ну это ладно. Я вообще думала, тут девчонки только себя сделают. Тут еще нет Софийки. Ой, они тут отсвечивают. Фотографии, я так поняла, брали у Васи в Инстаграм. А это вот фотографировали буквально перед тем, как напечатать. Это мы где-то на море. Это мы, когда с моря, нет, на море ехали. Чуть не упала. Это тюхтети, это в Ялте. Это в Ачинске. Ну да. Тут фотография хорошая. Это вот. Это мы. Это вы когда? А что это вы? Самое главное. А что вы тут держите? Это что это значит? Ну это просто вот так. Вот так. Да? Да. Пойдем? Сейчас я так чуть не смяла. Песня ваша. Угу. Да. Я ее почти... Сейчас я... Вам задавали ее выучить? Все, ну хорошо. Где можно убрать? Сегодня вот сказали, что я иду. Сейчас я покажу, мама. Ну хорошо. Ой, осень. Ну давай последнюю покажешь. Старый будильник. Так, завтра будильник поставили уже Жене к 8 на уроком. Видишь, я снимаюсь. Вот. Ну давай, давай. Сейчас я повторю, можно? Угу. Застряла что? Надо сюда перенести. Осень. Угу. Понимаешь эти ноты, да? Да. Для меня это вообще темный лес. Вообще. Ну все, умница моя. Занимайся. А я. Вязала, распустила. Не понравилось мне. Заново начала. Ну, слишком тоненькая пряжа была. Тоненькая. Я замучилась. Я уже связала вот так вот. Распустила, заново начала. Это тут мои записи. Без записи никак. А ты веришь? А
Вот время спать. И вот каждый вечер одно и то же. Дети, время спать. Кто-нибудь подержит? Мама, держи. Давай я подержу. Мама, отпускай. Мама, ну, на пол не кидай. Все, мама. Все, стелите. Ну. Вот так. Так, дочь, ай дайте говорить всем пока. У нас там привидение. Нету там привидения. Там Саша балуется с вами. Все, успокаивайтесь. Всем пока-пока. Да, до свидания, до завтра. Всем пока-пока. Пока. Дарин, завтра в школу. Мне тоже. Тебе в школу. В музыкальную школу все равно. Нет, всем не пока-пока. Надо все успокаивайтесь. Да, пока.